Так, ребята, аккуратно. Аккуратно, аккуратненько. Вау. Держись, отходи, лечись, или что там у тебя? Я тоже должна выжить! Я чуть не умерла. Ну же такой фейл. Бьем его, бьем его! Тыкай! Не знаю! Алена! Я тоже! Но это Алена делала, по-моему. Алена просто мастер по сути. Мастер тыкай. Отходим! А, все, убегаем! Вау! Нифига! Он сделал что-то другое. Не знаю. Да, Алена умерла. У меня наушники порушены. Как неудобно. Я ничего не улыбаюсь. Это проблема. Да. Я просто закрыл. Да ладно. Забей на наушники, бей его. Нет! Нет! Он меня убил опять. Боже. Совсем чуть-чуть, столько же, сколько в прошлый раз осталось. Может, ты сходишь в сон охотника, купишь себе огненные бумаги, она работает против него. Вот мы с Аленой его бьем огненной бумагой и вроде как да? Мы его снимаем. А, в принципе, могу. Ну, правда, она же на озарение покупается, по-моему. Ну да, одна бумага, одно озарение. Купишь на чек 5 себе. Окей. Сейчас я посмотрю, может, у меня есть хотя бы одна. Да, у меня есть одна огненная, одна электрическая. Короче, я сейчас... Одно огненное, если что, потом электрическое его. А дальше, если что, куплю. Да, ну, оставь на вторую форму, чтобы быстрее его добить там. Угу, угу. Алена говорит, я в сон и к вам. Ой, у меня стрим вылетел. Ну, ладно. Как у Яги? Ну, написано ноль зрителей. Правда, они могли просто все уйти. Такое тоже. Время. Он показывает не настоящее количество зрителей. Флинн говорит, вам нужен кто-то с дальним боем. Ну, мы все с ближним боем только, по-моему. Бумага за души продается. Да нет у меня души. Откуда у меня души, если он нас убивает? Нету? Они все у него там лежат. Что ли за души? Да, бумагу за души тоже можно купить. А он где? В обычном нижнем магазине? Да, а там бумага тоже продается. Блин, я не знал, я за озарение покупал. Да, я тоже покупала за озарение, потому что озарение надо было тратить, когда мне каждый раз люди писали, у тебя 40 озарений, ты вообще, как ты играешь? Ну я думаю, ладно, пойду бумаги себе. Ты проходила, по-моему, мочила там жопу. Ну да. Я потерял свои навыки. Ты вот тебя отдохнет Bloodborne, и все. Все твои навыки утеряны. Ну, так почти в любой игре. О, ты присоединился. Торим, привет. Кто-то да, там еще. Смотри, какие у меня чистые подмышки. Блин, Альберт постоянно пишет, что мы нубы. Ну нафига? Харе. Альберт, поднимай нам дух, не опускай его. Вот Квака говорит, у меня ничего не лагает. Прикольно, у меня есть такой вообще жест, интересно? Нет, у меня должен такого быть, нету. А ты, если ты когда открываешь на тачпад, нажми треугольник, и там открываются другие, которые ты можешь поставить тоже. И этот жест на самом низу называется установить контакт. Контакт с космосом. Слава планете. Ладно, все, сразу поехали. Ну давай, встал он, как Эйфелева башня. Ой, тьфу, статуя свободы. Фига, я так туплю. Все, поехали. А чего, Алена, за мешок? Ален, что у тебя там за мешок такой интересный? Видишь, у нее мешок такой. Конечно, ей тяжело. Ей тяжело драться с таким мешком. Она как этот истинный еврей с мешочком. Фух, поехали. Он сразу на меня нападает. С вами мне хотя бы не так страшно.
Да. Офигенно. Алена, держись! Как же так? Сразу в самом начале он столько у нее почти всю жизнь снял. Да, кстати, вообще прижали. Прижали так его надолго. Главное не подходить к ним сзади. А, я же знаю, нельзя к коням подходить сзади. Ну, зачем я все время это делаю? Чего, о чем мы? Да, я же тебе сказала, переката к нему делать, это очень удобно. Я пробую, реально работает. О, он сейчас даже задними ногами на меня не попал, когда я была под ним. Ой-ой-ой-ой, а вот это уже плохо. Супер так тебе перестань под коня. Почему он не слышит, это просто? Да они вообще ужасные, у них такие боссы, это просто исчадие ада какие-то. Фантазия. Фантазия просто. Больная, больная. Очень больная фантазия, но мне нравится. Увернулась от этого плевка. О. Вы не нубы, вы среднестатистические геймеры. Мы. Сложным словом. Статисты, короче. Я вообще давно просто не играю в Bloodborne, так что мне можно. А остальные не знаю, не знаю. Шутка. Я вот сколько не играл в Bloodborne, я его не понимаю, мне не получается в него играть. Я много боссов завалил, много играл. Я все равно не понимаю, и все равно много боссов. Да, у меня, кстати, тактика тут тоже тупая, как я не знаю, перекат, удар, и все. У меня тоже, в принципе, дальше. Хотя есть. Бумагу, хотя есть же эти способы какие-то там делать. Отходим. Есть способы делать какие-то вот эти вот сильные удары, но я их не умею делать. Ну, на R2 должен бежать, но против босса не стоит. Слишком большие замахи должны. Да, электричеством тоже нормально. Отлично. Охереть. Что такое? Он просто меня замахнул, и он сколько не попал. О, вот это мое самое любимое. Отходим! Я умер. Я просто с гнева и держитесь, девушка. Ну, как сказать? Попробуем. О, тут что-то лежит. Пузырек крови, нормально. Я огненную бумагу взяла. Да блин! О, Алена, прости, опять я умерла. Ну что ж такое? Да нифига. Блин, ну если бы вдвоем его тоже можно спокойно завалить, но почему-то не получается. Гасите гада. Ну смотри, по сравнению с тем, что было в начале, у нас прям отлично получается. Мы его завалим рано или поздно. Не знаю, как ты, но я верю в нас. Я тоже. Вызываю подмогу. Так вот, я, кажется, спрашиваю, но походу я прослушала. Алена прошла DLC или нет? Я не знаю. А, ты не знаешь. Ага. Альберт, ты сам попробуй такую хиромантию убить.
Диггер говорит, Алена завалила, походу. Ну, Алена там, по-моему, вылетает, если я вылетаю. Так что она, но не могла... Ну, в прошлый раз такое, помнишь? Первого босса ты умерла, ну, я его добил, ты его... мы считали как пройден. Да, но ты его добил, когда у меня еще, ну, вот была надпись, типа, что я умираю, и в этот же момент была надпись «Добыча уничтожена». То есть ты убил его слишком быстро. Да, сейчас ему оставалось много слишком. Вот так всегда вот, и казалось бы, вот нельзя было бы ему сделать немножко меньше здоровья, тогда бы его уже убили. Но это всегда чуть длиннее, чем надо. А что у тебя происходит, когда я тебя зову? Вот, например, я к тебе буду присоединяться, а как это выглядит? То есть я в своей игре просто в этот момент... Черный экран, и я у тебя появляюсь. То же самое, что сейчас у тебя, только у тебя экран не темнеет, а у меня типа загрузка начинается. Но она довольно быстрее, чем в том же сне хоть. Вас уже двое или одна? Нет, я одна. О, идет Алена. Если играть с игроками, то босс становится сильнее. Да, но все равно, мне кажется, это легче, чем одному. Так он потому что отвлекается хотя бы, ну, то на одного, то на второго. А если ты один, то он только на тебя нападает. Ну вот у вас мечи одинаковые сейчас. Ну, мне всегда этот меч, я его не меняю. Он мне как понравился изначально, я только с ним бегаю. Многие предпочитают топоры, пилы и там все остальное. Даже кто-то с колесом бегает, но мне этот меч очень понравился. Ну, я вот к этому... И дизайном, и... Ну да, а я вот к этому топору привыкла с самого начала игры, и все. Как-то мне так сложно. Ну, я иногда, конечно, меняла там. Ну, вообще отлично. Да, и я в порядке. Ну, я рад, что вот именно столько Bloodborne может быть такие ощущения. Это раздражает, я как поболтать. Нормально. Я не знаю, мне всю потеет, я ахаю, лопаю, рыба. Я на игре не дали ощущения. Не, ну, есть, конечно, игры тоже. Они и сложные, и тоже, ну, не знаю, вот именно кооп, я очень рада, что он здесь есть. Я первый раз вот попробовала пару дней назад, и мне очень понравилось. То, как здесь это сделано. Прикольно. Да. Dark Souls, правда, нам все Dark Souls поиграть. Я думаю, нам понравится. Да, с удовольствием. Ой, прям по морде ему дала. Ничего не замечать, я буду так бегать, помогать тебе. Блин, он на меня! Я, знаешь, как понять-то, что он на тебя хочет именно упасть? На тебя кровь сверху стекает, капает кровь. Ты, вот я убегаю, а на меня капает кровь. То есть он как бы надо мной был. Да потому что тут и так все в крови, поэтому сложно на это обратить внимание. Так, Алена, держись! Ну хотя бы половину мы уже ему снимаем. Когда мы с тобой вдвоем играли, было сложнее. С Аленой попроще, да. Хорошо, прям Bloodborne и очень поддается. Все, что нужно, перекатываться и бить, мочите, ребята. Да, в общем-то, да, все просто с одной стороны. Аптечек 24 тоже как. Значит, ладно, 3 аптечки, но 24 это много. НПС... Наверное, это мысль за справка. Нужно отдохнуть немножко. Ну да. Альберт пишет, НПС вниз по лестнице. Что это значит вообще? НПС это чувачки, с которыми можно поговорить. Верно, имеется в виду, чтобы мы следующего моба не били. Наверное, можно пообщаться. Да, мы любим тут бить всех подряд. Да. Жизнь не пил. Вчера одного НПС просто обидели. Ни за что он стоял, не стоял. Щет. Вот этого форма, она классная, он такой динамичный, близкий, интересный. Да к чему он именно ко мне привязался? Да, от моих женщин. Кровь.
Это уже не конь явно. Я не знаю, это город Гитла. Как его так сказал? Алена! Аленочка. Она, по-моему, умерла. Ей просто повезло. Нет, умерла. Умерла. Все. Жаль. Еще как жаль. Ну, уже подвое, у меня веру поймал. Давай, соберемся, попробуем. Хоть... Так, ну, я сейчас не дергаю. Подходим, подходим. Да. Тогда не я пойду, да, примерно. Ничего. Нет, я пошел. То есть не пошел, но я вышел. А, выжил? Я пытаюсь отвлечь его. Нет, я только вылечился. Все, у меня стрельня не добил. Сори, ну блин, я надолго вообще не могу продержаться. У меня просто мочит и все. Боже! Вот, Алена говорит моими словами, мне сейчас то же самое произошло. Я пока пытался вылечиться, он меня просто добил стрельбой своей меча. То же самое. Он в меня кинул заряд меча, пока я бутылку пила. За что нам такие мучения? Ну а у меня что произошло? Вы умерли? Я такая, черт! И все. Это все, что я успела подумать. Чем меньше он становится, тем меньше шансов его убить. У него вот зеркало меча, он сам по себе большой, но возможно такая атака, что благодаря мечу его атаки еще длиннее становится. Угу. И вот как вернуться от его стрельбы, это я не представляю еще. А, смотри, от фонаря вниз по лестнице НПС есть, можно позвать на помощь. НПС есть. Это на помощь можно позвать? Вот, Вова, помнишь, в начале стрима я вот сюда сходила, нажала призвать Генриет, но мне не нажимается. Слушай, я не уверен, если мы играем в кооперативе. Да, нет, я не могу ее позвать. Альберт, не нажимается. То есть я бы ее могла позвать, если бы я одна бы играла. Ну если ты хочешь, можешь с ней попробовать, может с ним убить. Не-не. Союзник, ну, стопочка. Союзник, стопочка, слышит звон. Не, я с вами хочу. Никого, я вас не променяю на бот. Вы чё? Это приятно слышать. Ну да. Evil пишет, электричеством бейте. Урон больше. Илья, привет, привет. Привет, Илья. Алена говорит, нечего пить во время боя. У меня во время боя, когда я много разговариваю и смеюсь, у меня наушники выпадают. И он у меня выпал, короче. Я пытался его засунуть как можно быстрее. Получилось, что я его сунул слишком сильно, и теперь у меня ухо чешется. Боже. С чесанием уха, я не знаю. Главное, что на меня кот пока не нападает. Дополнительная опасность во время боя. Наушники и кот, вот что делает нашу жизнь сложнее. Я не знаю, у меня, кстати, от этого наушника вообще ухо болит. Сейчас я в другое вставлю. Help, Вова, help! Что? Я просто менял наушник. Да какого? Чёрта! Она ещё жива? Да, она вообще полностью жива! За что? Чёртова бабка. Могло бы помочь нам босса убить. Да блин, и этот сразу. На меня. Я теперь понял, в чём смысл. Босса просто уйти за бабку. Зачем баба туда игру? Они вот отизвались, катались на них. Все, чуваки, мы уже более крутые, я прям это чувствую. Да. Чувствуете, как сила течет по вашим жилам? Как руки налились кровью. Как открылось второе дыхание. Ты есть хочешь? Да, кстати, вот этот здесь вот, ты видел, что плюется именно рот вот этот глюкозами? Да. Именно он. Да, он зрение,
Я под ним! Я под ним! Стопочка! Вернись! Она умерла! Вова, держись! Давай, я отвлеку его на себя! Вернись за какую-то коня! Лечись, Лютый, лечись! Не получается. Он бьет меня именно когда я лечу. Давай, давай, все, собрались. Нормально, он так убежал сейчас от меня. Нет! Ааа, чет! А, нормально, не получилось. Во. По морде дала ему. Я не могу. Я не могу эту тварь убить. Ну почему? Почему? Я курить в пень его. Алена, вернись. Ты должна быть с нами. С НПС его легко убивать, они его всегда на себя агрят. Алена говорит. Так ему точно сделать все время агрит. Кто-то себя сзади бьет. Мы не ищем легких путей, так что. Ну, с ботом это как-то не те ощущения. Такое ощущение, что сам компьютер сам себя и прошел. Да, я тоже с ботом не хочу. Ну, пока вам не надоело, давайте будем мочить его. Я за. Я хочу его замочить. Ну, я тоже хотел почувствовать, что мы это сделали сами, да? Ну, в конце будут, я уверен, приятные ощущения. О, я увернулась. Ну, смотри, что делает. Нет, 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 ни хрена. Ааа, как быстро, он меня убил. Я не знаю. У него вот этим мечом такие удары. Ой, тебя. Сложно увернуться от его маха. Они очень большие, широкие. Он охватывает им огромное количество. Нет, нет. Сейчас уже я закурю. Держись. Ни в коем случае не делай этого. Да мне нечего курить. Не знаю, может, ты начнешь чай курить, у тебя чая много. Чай курить можно. Но не нужно. Ладно, я могу вас еще призвать раз 20, так что готовьтесь. Я думаю, мы убьем вас за это время. Сдавайтесь уже. Мне пишут, сдавайтесь, нифига. Мы должны узнать, что будет дальше. Шел пятый час. Полтора только. Полтора. Кстати, я пока посмотрю, может, у меня какое-то оружие другое есть крутое. Так, у этого урон... Так, у этого урон 179. Так, дальше что у меня есть? У меня есть священный клинок Людвига, урон 150. Это твой меч, да? Такой же, как у тебя. Угу. Так. Танитрус. Вот, кстати, говорят чуваки, что типа попробуйте электричеством. Я, короче, знаете что, возьму танитрус, знаешь, который электричеством заряжать надо. Сейчас я попробую взять его в две руки. А, в две руки его, кстати, не... Более-менее нормальный. Можно посмотреть, что на шмотке. Может быть, наденете как-то и на противоатак. Я не знаю, чем в основном бьет. Телоатаки мечом, они физические или какие-то? Или тайные? Если они тайные, можно одеть шляпу для эффекта, они вообще тайные, очень хорошо. Но я не верю. А как ты узнаешь, какие они? Ну, я открыл на Options инвентарь. Не, какие у него удары? Тайные, не тайные? Я не знаю, не догадываться. Но в принципе, если он бьет мечом, это опять физическая атака. Вот. Ивол говорит электричество сила, и говорю как электрослесарь. Ну давай, поверим тебе, чё.
пулемет не нашли. Как не нашли? У меня есть пулемет, вот он у меня в руках. Он слабенький, ничего не отменяет. Ну да. Может базуку покинуть? Я вот этим буду. Я базуку прокачу. Ждем тебя, мы уже вдвоем тут. У меня пушка прокачана плюс 9. Я возьму и выстрелю пару раз. Пушка? Обычно она, да, садит его на колени, чтобы можно было подобрать его яйца. Может, сработаю пару раз, посмотрим. Ну, это базука огромная, я на мельнице нашел. О, мы нашли тебя. Угу. Помню. Так, берегитесь бабки, ребят. Да, она опасна. Такая курица, мне из-за нее пришлось две аптечки потратить. Надо сейчас посмотреть, сколько урон будет, если я буду его бить электричеством. А до этого помнишь, как кругом? Ну, мне пишут, что 800. Но ведь я же не просто... Да ладно, вы еще не вошли? Я вошел, я здесь, я уже не... А, Алён тоже вошел. Он за мной идет. Смотри, я его сюда огрю, а вы сзади бейте. Блин. Трудно другим оружием, блин, хрен приспособишься. А ну короче. Да. Ну, 300 где-то. А, о, вау, вау! Нормально, 1300 сейчас снялось. А, ну, наверное. Вау! Нормально, жива, здорова. А, ну, и вчера я думал, жива. Я думал, что жизни вообще нет. Не было. Ну где ты, чертова тварь? Он у меня. Прыгнул на меня. Как же ты очень сильно выглядишь? Вообще. Ну вот 600 сейчас снимала. Нормально, кстати. Да, ты надо электричество. Это главное выглядит с любой ценой. Эльтрахо, здорово! Слушайте, ребят, давайте очень аккуратно, вообще вот как-то, даже, я не знаю, может, не подходить вообще к нему, как-то очень аккуратно стараться, а то он иногда одним ударом... Можно плевать? Он иногда одним ударом нас двоих убивает, заметили, да? Очень быстро. Потому что у него удары широкие. Ну да, да, да. Надо было топор оставить. Ну, как турбан, он встает в позу, надо сразу убегать, нельзя рисковать. Ага. Я, может, куплю потом эту электрическую бумагу, просто я сейчас не хочу озарение тратить. Ну смотри, ты сейчас с ней, мы довольно быстро дошли до второй формы. Так что не так все и плохо. Ну да. Блин, плохо. Плохо дело. Алена! Отходим, блин, я хочу вылечить. Да, 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 да. Так, я вылечу. Тут что тебе надо, придурочный? Ты умерла, да? Нет. Нет, плохо. Нет. Уходим. Отходим. Уходим. Жив? А, да, нет, убил меня, простились. Ладно, ничего. Я понял, до конца комнаты, до самого конца, уже там сбор. Как только он заматит, он должен сбор уходить. Ну да. Блин, я не нет, знаю. Нет, нет, нет. Я крутилась, вертелась, ни хрена. Не помогло. Я только сейчас понял, как он вообще работает. То есть он замахивается, бьет, и он бьет, у него атака прям до самого конца комнаты идет. Надо уходить в бок, оказывается.
600 это сумма двух ударов. А, сумма двух ударов. Ну, фиг его знает. Вообще топором попривычнее. Топором попривычнее было, конечно. Я тут постоянно заряжать надо. У тебя в карманах много крови, если ты ее потратишь, ты купишь. Ладно, я обратно беру топор. Ай, блин, вообще капец какой-то. Так хочется увидеть, что же будет дальше. Может, какие-то пути откроются, еще новые враги. Но. Блин. А ты с ним один на один сегодня дрался, что ли? Ну да, я пытался и сам, и с кем-то, но не получалось. Даже до второй формы не мог дойти. Mm-hmm. Он поставил меня дверью приемом из трех ударов. Нападал на меня три удара, и я тоже. Mm-hmm. При этом у меня, когда я играю один, у меня жизнь больше. Не режет. При этом все равно меня убивает очень быстро. А у меня, интересно, жизнь сейчас тоже порезана? Не, это, скорее всего, нет. Ты же одна вот сейчас? Ну, ее немного, я тебе скажу. Все равно. Может, я плохо прокачала. Возможно, если ты включишься в чужой мир, скажем, в мой, у тебя порежется жизнь, у тебя будет еще меньше, чем сейчас. Если так, то это очень плохо. Попробуем еще тебе сегодня его убить. Сейчас мне, если убьем, сразу тогда к тебе пойдем. Ну, так, знаешь, уже опыт какой-то будет. Как только убьем, сразу попробуем у тебя его убить. После босса с фонарем не убивайте. После босса с фонарем не убивайте. Кого с фонарем не убивать? Видимо, NPC какой-то чувачок будет стоять. Просто они уже знают заранее, что мы всех мочим. Предлагают нам никого не убивать. Ты, что ли, присоединяешься? Звук такой? Да. Грозный, зловещие звуки какие-то. Это мой желудок. Все, погнали. Блин, мне надо уже, походу, где-то аптечки искать, я боюсь, что скоро закончится почему-то. Там, кстати, в этой локации, где босс, там, если наверх подняться по лестнице, там аптечку можно взять. Я не знал. Угу. Там, типа, алтарь какой-то, я, по-моему, туда вообще не заходил ни разу. Все? Готово? Да. Готово. Отлично. Бабка замуж. Да блин, ну вот я ненавижу этот первый удар пропускать. А где мои души? А вот они. Да, слушай, кстати, этим я, по-моему, меньше снимаю. А хотя нет. Не меньше, нормально. Нормально снимаю. За два удара, это вроде тем было 600, а ты, смотри, за два удара только суммируешь. Ой, зависла. У тебя игра зависла, он на то. Да, все, нормально, нормально. Развисла. Он с тобой вился, завис. Представляешь? Да? Он стоял, не двигался, а мы убили, да. Круто. Завис еще раз, лучше. А, еще зависает. Блин, ну я из-за этого тоже туплю, и звука, кстати, нет. А, все, появился звук вроде. Странно. Ну, смотрите, нам пролетело и НЛО, и... Да, скорее всего, вот. Это самое правдоподобное, что могло случиться. Да. Так часто происходит, особенно по вечерам в пятницу. НЛО летает, и у всех интернет сразу глючит. Вау, я просто бью его по животу, я подниму, как... Да мы его просто херачим! Просто бедный, мне его жалко! Нет, ребята, все. Давайте не будем его бить. Как ребенок, как он бьется? Вот и человек. Клич боевой за деда. Все, ладно. Ну вот этот второй, кстати, вторая его форма, я ее ненавижу просто.
Мне его уже не жалко. Посмотри на его рожу. Фу, какой урод. Я когда смотрю на его рожу, ощущение, что у него какая-то своя такая вот история, которую он шел очень долго до этого момента. Говорит еще. Чем он говорит? Мой истинный наставник. Ага. Глаза не сделали его жизнь. У этого меча наверняка какая-то своя история есть. Это, видишь, какой-то космический меч. То ли там космос, то ли... Вау! Серьезно? Да! Вроде. Отлично. Ладно, я пошла за аптечкой. Если она тут еще лежит. А, нет. Ее один раз только можно было взять. Грустно. Ну, у меня найдет. Зови звук! Что за глюки в этот раз? Он сел у нас на заднице. Такие звуки вообще ржачные. Ой, ну кто-то порвал яйца. Молодцы. Отходим! Да, назад. Я не знаю, ребят, вы слышите? Нет, но звуки зависли. У меня все нормально. Один и тот же звук, такой, знаешь, дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Я не знаю. Забавно, кстати. Отходим. Так, отходим, отходим. Лечимся. Да, блин, как лагает, ужасно. Если в этот лагающий раз мы его убьем, это будет забавно. О, перестал лагать. Давайте! Бьем! Вместе! Алена! Ура! Наконец-то! Спасибо! Отлично! За него 145 тысяч, что ли, дали? Достижение! Я у меня достижение. Грустно, обидно. Вообще! Молодцы! Класс. Я ушел в свой мир. Ты осталась одна. Вы ушли, да. Ну все, Вова. Сейчас мы в твой мир пойдем. Сейчас я фонарь только себе поставлю. Алена! Ты такая молодец была, Вова тоже. Спасибо. Короче, надо было просто... Это все лаги, это все НЛО. Надо было просто поднажать и вообще начать вот прям... Мы просто все втроем как на него напали. Ой, все. Так, я сейчас схожу, короче, к себе в фонарь, потрачу свои кровно заработанные деньги. Короче, мы сейчас идем... Да, мы идем к Вове его тоже мочить. Фух. Блин, прикольно, что именно в тот раз, когда все зависало, мы его убили. Но босс-то сам не зависал, зависали звуки, зависало еще что-то. Когда ты зависла, он тоже завис в этой позе. И когда ты отвисла, он тоже отвис. То есть вот какая-то связь космическая. Угу. Так, что я прокачаю сейчас? Силу, стойкость надо качать, нет? Ну вообще надо, по идее. Ну, ладно. Я полоску зрения маленькая, я бы хотел жизнь качать. Угу. Но стойкость тоже важны, как жизнь. Все, я еще куплю себе аптечку. Они вам сейчас пригодятся. У меня не было зависов, Алена говорит. Все, я тогда иду в эту же локацию, ты нас зовешь, да? Да, колокол есть? Ты купила его? Да. Отлично. У меня все есть. В эту же локацию идти или в ту, в тот, короче, во вторую? Там не активировано. Я могу ее активировать только после смерти босса. Квака, чё, у босса убили, теперь идем Вове помогать. Ребят, какую книгу прочитать, связанную с видеоиграми? А, наверное, Квака по этому поводу говорит, чё? Книгу связанную... Прочитаю историю Алексея Пожитного. Это что такое? Человек, который создал Тетрис в Советском Союзе. Да? Он написал эту книгу, да. Прикольно. Да, я слышала, кстати, про этот, про чувака, который Тетрис создал. Так, малый звонкий колокол. Мне же не надо сейчас никакой пароль вводить. Нет. Просто позвоните и так же ждать. То же самое. Все, позвонил. Только колокольчик другой. Поговори с головой. Ну, сейчас мы, короче, Вове замочим босса, потому что если он у себя в мире дальше не пройдет, не замочит этого босса, он не сможет мне дальше помогать. То есть мы будем так мне проходить, потом ему проходить. Ну, вместе, короче. Босса,
Ну да, потом. Ну, посмотрим. Так что страдания продолжаются. О, мне говорит найдено. Я исчезаю. Я исчезла из своего мира. Вау. Шикарно. Алену еще надо. Она еще не пришла. Чего ж ты раньше молчал? Я не могу понять, с кем Кваха разговаривает. Иди сюда, давай фотку сделаем. Фотку? Ты где? Ага. Я здесь на входе. Как фотку? Сейчас я пистолет возьму. Ну, можно шоткать шары, но если кнопку шер держать 5 секунд, делается фотка. А, скрин ты хочешь сделать? Я поняла. Да. Подожди, мне может быть какую-то позу принять. Типа... Че у тебя есть? Типа вот такой. Прикольно, мне нравится такая. Да, я успею сфоткать. Давай, насчет три. Раз. Раз, два. Блин, еще раз, подожди. А, еще раз. Я не успел, подожди, надо заранее. Давай, раз. Раз, два, три. Ну! А, я сфоткал тебя. Ты не сделал. Сними шапку, давай. А, сними. Без шапки. Ну, можно попробовать. А как ее снять? Подожди. Так, и все. А, на квадрате. А, нет, я страшная просто. У тебя леп. У тебя такой мужик вообще. А, да. Бля, у тебя такая страшная. У него что с глазом? У него глаз один выбитый. Нет, у него один глаз белый, а другой красный. Далеко выглядит, как будто его выбили. Ну, нормально, боевая женщина. Угу. Все, встань. О, Алена идет, кажется. Отлично, ну все, одеваемся дома. Похабщиной какой-то занимаемся. Один шапку. Подожди, какая у меня шапка была? Наверное, вот эта, которая лицо закрывает. Да, это. Мне вот эта шапочка нравится. Мне нравится, знаешь, что, у нее красный волос я сделала. Все? Mm-hmm. Погнали. Да, погнали. Появились новые... То есть мы будем смотреть ваши мучения в повторе. Evil, да, сейчас мы должны Вове еще замочить его. Это замкнутый круг, день сурка. День коня. День коня? Слушай, а я зарабатываю себе, например, души. Ой, у меня так мало здоровья. Офигеть. Круто. Еще меньше стало? Да. Кто-то умер. Не я. Да, Лена. В чем крутость? Это в том, что я забыл, что крутость. В чем крутость? А, если ты умираешь, твои души не теряются. Все остается. О, вот это круто. Если ты их копишь, собираешь, и они не теряются. Висятся. Ой! С одного удара убил! Не, да, я просто... И тебя... Я просто, если честно, не привыкла помощником играть. Я сейчас увидела свою полоску здоровья и офигела. И она просто мизерная вообще. Кстати, смотри, а у меня ничего не тратится, если я просто в маленький колокольчик звоню? Или тоже озарение тратится одно? Тоже озарение тратится. А, понятно. Угу. Ну а то, что жизнь вырезается, это такой хардкор своеобразный. Ну да. Я жду. Угу. Помните про электричество, Ивел говорит. Для жизни бутылок мало. Чтобы бутылки пополнились, тебе нужно сон охотника и обратно на локацию. Ой, у меня их 23, кстати. Да, кстати. То есть я одну потратила, и они все тратятся у меня как бы, да? Дальше? Я поняла. Чтобы восполнить, надо псу охотника, то есть они сами восполняются почему-то. Ну ладно, сейчас у меня 23 еще нормально. Окей. А у тебя, кстати, есть электрическая бумага или что-то такое? Да, я постоянно стараюсь покупать бумагу и огонь, и электричество. Но с ними как-то проще на боссах, мне кажется, больше отнимаются здоровье. А, Леший говорит, прикол. Когда маленький колокольчик звонишь, ничего не тратится. Не тратится озарение. Да. Мне 13 осталось. А, наверное, на бумагу потратить. Ага, сваливаешь.
сваливаешь? Я все выдала на бумагу. Нет, на меня, получается, сваливаешь. Потому что ты же сейчас мне помогал. И из-за этого, считай, тратила зрение. Да нет, его лучше будет очень много. Сейчас, одну секунду, я подойду. Окей. У меня с лампой сегодня просто какая-то фигня, мне не нравится. О, так получше. Так, а у нас одежда разная или тоже одинаковая? Не, у Алены вообще какой-то костюмчик прикольный. Что ж вы такие бешеные? Чего вы все ломаете в моей квартире? Мы тренируемся. На кошках? Угу. На кувшинах? На кувшинах, на кувшинах. Эх. Так, бумага есть, есть, жизнь есть. Леший, мы дошли до первого босса в моем мире, мы его только что замочили, сейчас мы попробуем убить его в мире Вовы. Что звука у меня нет опять? То есть он прыгнул, и звука почему-то не было, странно. Не знаю, как он специально, что да, фигня. Вылетел, ты сама не вылетела из игры. Фигня. Ничего не, ничего не вылетит. А где Алена-то? Она вообще зашла? Я не понимаю, она что не смотрит. Я не вижу. Я тоже. Ее бабку убила, что ли? Или она бабку бьет? Да ладно. Нет, слушай, да. Она бабку только что убила. Держись, Вова. Сейчас да. Алена должна прийти. Нет. А, да, зашла. Она просто с бабкой там разбиралась. Ну вот, Алена, из-за тебя босс будет более злой теперь. Не надо было бабку трогать. Опс, опс. Я теперь понимаю, почему вы умирали, ну, часто раньше меня. У вас реально здоровье-то было меньше. Да. Но сейчас у меня больше здоровья, но это не помогает. А-а-а, простите, Алена умерла. Вова, прости. Да, я и Алена. Слушай, в твоем мире как-то все сложнее. Почему так? Красноярск, привет. Только до первого. Это еще цветочки пишет Леший. Слушай, мы как-то, я не знаю, мы как-то неторопливо играем. Но, если честно, я бы даже не удивилась, если бы это был единственный босс, все, DLC бы закончилось. Ну, как-то это, конечно, тупо, но... Не знаю, парочку боссов и все. Это же DLC. Он говорит, это еще цветочки. Прикольно, прикольно. Желеный, правда, длинный. Ко мне пришел котик. Он такой ласковый. Такой хороший сегодня. Не кусается. Да, мой хорошенький. Такой ласковый сегодня. Да, лизнул. Меня смотрит так, знаешь... Вот он иногда на меня так смотрит, такой взгляд у него, как будто он смотрит с каким-то восхищением, так снизу вверх. Я чувствую себя такой крутой. Он в меня верит, да, мой хороший котик. Ты коварный человек, ты используешь кота для поднятия самооценки. Да. Я понял, я раскрыл твои секреты. Он меня любит, он меня встречает все время. Ну, мой хороший мальчик. Главное, ему не попадаться мне под руку, когда я злюсь. Ну, я обычно не срываюсь на коте, но вот если он еще в этот момент меня укусит, то все, кранты ему. Ну, можно понимать. Ну, да. Что он принят, я чувствую. Да. А знаешь, иногда тоже, когда плохо, например, он тоже придет, и все сразу хорошо становится. Коты, они, короче, они, ну, чувствуют. Вот вообще кошки, они еще бывают лечебные. То есть у тебя где-то что-то болит, кошка ляжет на это место и проходит. У котов такого нет. То есть вот мой кот, даже если у меня что-то болит, он ляжет, я еще потом думаю, господи, ты еще хуже там делаешь, знаешь. Лезь с меня.
Вот. Но он зато морально очень поддерживает. Морально, да. Я слышал о том, что коты лечат, они настроение поднимают. Не я это. Это есть. Об этом говорят. Такое не говорят ни о собаках, например, ни о других животных. Так, все здесь, погнали. Я что, дольше всего, да, присоединилась? Да. Странно. Ну, как я. Ну да. Ну, у нас с тобой такая связь. Да. Видимо. На моральных клетках. Ну, хорошо, что вообще присоединяемся. Это вот вообще, это такой прогресс, когда люди с разных стран вообще берут и сейчас вот просто делают какое-то общее дело. Вместе друг другу там помогают, играют, еще и общаются без всяких лагов. И все бесплатно, считай. За интернет только платим. Где опять Алена пропадает? Ален, любишь ты эту бабку мочить? Я за день хочу заходить, я знаю, что тебе не хочу. Леша пишет, а вот третьего босса со второго раза убил. Ну, третий босс. Угу, третий есть, это радует. Это меня очень радует. Я хочу в эту... Ну, я хочу почему-то в этот DLC играть как-то долго, не знаю. Насладиться им прям. У меня вообще первая только игра плюс. Что-то... Слушай, а не может быть такого, что нам в этот раз труднее из-за того, что ты более высокого уровня? Видишь, Алену, не знаю, Алену убивают быстро. И мы снимаем действительно мало как-то у него. А когда мы у меня играли, как-то намного быстрее все получалось. Не знаю. Я просто особо разницы сейчас не вижу. А, я умер. Сори. Алена тоже умер. А я нет. Но меня выгонят сейчас отсюда. Просто пинком. Да, выкинула. Леша пишет, не могу пройти четвертого босса. Ты нас радуешь, ну, да, Леший, что боссов так много. Только не пиши, какие, ладно? О, Алена может, пишет, я залагала. Она говорит, я вначале залагала. Вот в чем фигня была. А, с 20-го? Нифига. Я когда бежала, наткнулась на бабку. Да пробегай ты ее мимо, забей на нее. Можем ее просто по дороге все время мочить. Хотя мы ее не мочили никогда. Только если она с маткой. Ой, да. Ой, кошка ласково обниматься лезет. О-о-о. Все, на руки залез. Моя тушка толстенькая. Я ему сегодня вкусняшек купила. Он меня любит за это. Он такие штучки ест, короче. Короче, такой пакетик, но разного цвета подушечки. Я ему иногда покупаю. Там написано, код за них... Блин, что же он за них? А, код за них на все готов. О. Нифига себе. Даже ты хозяина. Вот, и он действительно с ума сходит. Просто от одного запаха он встает на задние лапы, тянется вот так вверх. Это что-то вообще. Он действительно за них на все готов. Он иногда даже обычную еду не ест, он просто просит у меня эти вкусняшки. Раньше давай, вискас котик. Продавали, я не знаю, сейчас продают или нет. Продают и вискас, и китикет, но говорят, что это такой поганый корм, ну, самый такой нехороший. Китикет? А это не шоколадка случайно? Китикет это... Нет. Нет. Киткат, может, по-моему, ты путаешь. Как... А, китикет. Кстати, Вов, вот у меня такие дурацкие вопросы к тебе есть. Вот, знаешь, вот... Такой вопрос, например. Вот какую еду вот вы там часто едите? Вот какие там шоколадки у вас продаются, да? Вот что ты вот часто ешь? Вот может быть какое-то у вас там израильское фирменное блюдо есть вообще? Ну едите ли вы курицу там, ну или нет, или какую-то другую птицу, может? Я потому что вообще не знаю, что там у вас, как у вас, из чего вы салаты делаете? Помидоры, огурцы там или что? Ну я ничего потому что не знаю, мне интересно. Классно, курицу мы едим, в принципе, но... Предпочитаем оду. Оду это индюшка. Оно индюшка. Иврит оду называют. Но если хочешь, я могу тебя послать по почте всяких там шоколадок, чипсов, израильских. Ну, можем с тобой, в принципе, тоже обменяться. Я хотела тебе тоже прислать. Кстати, я хочу тебе, знаешь что, я не знаю, сколько посылка до Израиля идет. Я хочу тебе прислать новогодние такие, знаешь, наборчики с конфетами. Ты конфеты ешь вообще?
Или что-то да, может... Да, обожаю. Короче, вот да, знаешь, я на Новый год... Не сыру новогоднюю прислала, у меня их пока нет. Да ладно. Могу, конечно. Может быть, знаешь, короче, я тебе тогда соберу набор. Просто сейчас у нас уже в магазинах начали продавать новогодний набор там с конфетами, со всяким. Я вот их постоянно покупаю под елку кладу. Ну там всякие российские конфеты. Новогодний как подарок такой. Вот, могу тебе тогда его собрать. Ну, за месяц посылка доходит вообще? За месяц. Да, да. Блин. Даже быстрее помогу. Ну что за жесть это творится? Мы вообще... Почему-то мы вообще ничего не можем сделать. Вопрос на засыпку. Может, мы просто расслабились после того, как победили тебе босса, не знаю. Ну ладно, ну будем... Я буду страдать, пока мы его не убьем. Давай. Ну, я не знаю, что у вас там вообще есть в Израиле. Какая еда и... Ну, будет прикольно посмотреть. Я даже... Мне будет жалко ее есть. Ну, я сфоткаю перед этим. Сфотку запечатлю. Вот, мне Алена посылку посылала, она из Подмосковья. Она шла 18 дней. Угу. Сколько? 18. А, 18 дней, ага. Леший, да... Мало осталось, могла бы сумоходника подкатить. Не, 16 штук хватит. Подожди, Леша пишет, вы втроем на первом боссе, это ж очень легко. Слушай, Леша, я не знаю, мы... долго страдали, где-то полтора часа убивали этого босса у меня. Но почему-то у Вовы сложнее еще. То есть чем дальше, тем сложнее. Я не знаю, что за хрень. 18 дней посылка шла, пишет Алена. Ну все, тогда у меня есть еще время, чтобы к Новому году тебе что-нибудь собрать. Классно, вот. Приятно. У меня есть еще новогоднего. Ну, снега, ни елок, ни да. Новогодних всяких штук. А как вы отмечаете там Новый год вообще? Ну какие-то, может, тоже да, есть там традиции? Собираемся. Ну тут мы отмечаем, получается, два Нового года. Израильский, он в сентябре, и международный в декабре. Ну как отмечаем? Просто за столом сидим с родными или друзьями. Но он не чувствуется, потому что нету новогодних этих штук, там снега тем более. Ага. Слышь, Алена такая оптимистка, вообще говорит, у Люси чуть легче было. Чуть! Значит, ничего сложного, в принципе. Алена, давай, соберемся тогда, если чуть легче, то не страшно. У меня такое ощущение, что у меня было намного легче, потому что мы даже его до второй фазы ни разу не добили еще. Ладно, что вы там еще, значит, индейку, вы едите, ну, я не знаю, салат из чего, вот вы едите салаты? Я вот люблю делать салаты, там, помидоры, огурцы, ну, вот, например, овощи, да? Или, например... Стандартно. Ну да, ну у вас же там продаются такие? Вот у нас часто продаются израильские помидоры, израильские, там, еще какие-то конечно, овощи. Значит, овощи у вас есть. И также мы делаем салаты из авокадо, например. У вас продаются авокадо? Авокадо, да. Кстати, я знаю такой салат с авокадо и с креветками. Я на Новый год такой делала. Кстати, может, в этом году тоже сделала. Авокадо, ну как бы... Слушай, я ждала Алену, прибежала бабка. Да? Алена прошла. Убил. Авокадо, оно может быть как и в сладком салате, так и в соленом, в принципе. Оно такое, как изначально, немножко безвкусное. Кто это? Соперник? Человек, да. Соперник, ты нам сейчас нахрен не нужен, иди отсюда. Мы ждем Алену, но приходит полгода. Давай с ним поздороваемся. Я поздороваюсь с ним. Он сюда камни кидает. За что? Давай его просто накажем. Ну давай. Ну просто непонятно, Алена куда пропала. Алена, пиши. А, на трое. Я его завалил. Он в шоке! Я случайно упала. Вы вдвоем, блин, я сейчас я прибегу. Так, кого он там? Мы с Аленой его просто замочили. Ну, молодцы, молодцы вообще. Чем только можно. Бери Людвига. Плюс 10, плюс сгусток, плюс молния. Ну, да, кстати, у тебя есть сгустки крови, такие таблетки? Я сейчас посмотрю, есть ли у меня они. Да, зачем? У тебя. Ну, сгусток крови, лекарство, дарующее кратковременную чудовищность. В общем, это такая штука, она усиливает твои удары. Я сейчас ее использую. У меня есть какой-то паразит, я не знаю, что это. Я нашел в DLC. Паразит? Не использовался ни разу. Алена такая села, типа, давайте, короче, посидим на дорожку. Израильские помидоры — это черри? Нет, израильские помидоры большие тоже бывают.
есть черри, да. Ну и вообще есть маленькие. Ну а, например, вот, вот я сегодня сделала, например, салат с крабовыми палочками. Вот, или там оливье. Вот вы делаете такие? Делаете. Делаете. Да. Угу. А фрукты какие? У вас это продается. Вот и... Да, все то же. Ну вот что ты ешь непонятно чаще всего? Вот ежедневная твоя какая еда? Вот, ну, например, если я не хочу готовить, я им там сосиски, пельмени, там... курицу, рыбу, стандартную какую-нибудь. Как? Глобловая. Нету. У нас... Да, нет. Она в разных упаковках, она бывает большая, маленькая. А из кого ее делают? Да, из кого? Наверное, это говядина. А. Ну, из свинины у нас ничего не делают. Только угу. Свинину можно купить в магазинах. Свинину здесь не едят. И ни в коем случае не едят мясное с молочным. Если вы в принципе в России можете купить колбасу с молоком выпивая или что-то такое, ну то не особо. Это главное, с солеными огурцами молоко не есть. Ой, меня убили. Котик, ну что ты, что ты, мой хороший котик? А, я тоже умер. Мальчик все время на ручки лезет. До такой степени не смешивают молочное с мясным, что даже если ты придешь в магазин и купишь одновременно и молоко, и мясо, колбасу, тебе это положат в разные пакеты. Да. Потому что нельзя даже в одном пакете это нести. Странно. Это не кошерно. Странно. Странно, потому что земля одна, страна одна, это все в принципе в одной стране, на одной земле. Но совмещать вот... Даже должна быть посуда одна только для молочных продуктов, посуда только для мясных. Но это в основном только у израильтян, кто здесь родился, живет. А вот как мы руки, нам в принципе по барабану. Ладно, и яйца едите? Это. Куриные там, да, или какие варианты там они у вас есть? Вареные, жареные. Куриные. Курицы есть, да? Конечно. Перепелиные у нас продаются, кстати, в магазинах. Несколько лет назад вот стали прям часто продавать такие маленькие пятнистые штучки. Перепелиные яйца. Кстати, из них вкусно. Там тоже много чего готовить. Там салат и так далее. Маленькие-маленькие такие. Все то же самое, что и у вас. Мало чем отличается. Есть, правда, вот, отличается тем, что здесь израильские упаковки. Там чипсы или что-то у них свое, это уникальное, они изготавливают. Ага. Не знаю, ну, я думаю, у вас есть, допустим, те же самые чипсы, только просто в других упаковках, возможно. Не знаю. Угу. Ну, прикольно было бы попробовать. Вообще. А, Эльтраха пишет, а как же мясо в молочном соусе? Он повар просто. Он сейчас не понимает. Ну, как же так? Он котик, я не могу держать твою жопу. Евреи, они ни в коем случае. Кстати, я сейчас признаюсь, меня убили за то, что на меня кот начал залезать. Так что это ты во всем виноват, понял, мой хороший котик. Отдай ему джойстик, пусть играет усами. Может, получше тебя сыграет. Перепелиные яйца продают в России активно с 98 года. Слушай, ну я почему-то раньше их не замечала. И в рецептах я не находила именно перепелиные яйца. Кстати, в последнее время еще какие-то яйца стали продавать. Еще какой-то птицы, не перепелины, а какие-то, ну, хрен его знает. Вообще, бред какой-то. Ну вот. А чай, например, кофе какое? Кофе называется Nescafe. А, Nescafe. И черное кофе. Ну залази, давай! Залазь, вижу, кошка. Кот сама наглость. Наглость. Он меня в шею кусает. За что? Я не могу тебя все время держать. Ну это вообще. Сейчас ты увидишь, посмотри стрим Вова. Это наглость кошачья просто. Да, я смотрю. Ну не надо. Ужас. Ау, ау, ау. Все, погнали. Я постараюсь успокоить своего зверя сумасшедшего. Не надо мне... Больно. У меня просто сегодня кофта такая, знаешь, с тонкими рукавами. Кот, не надо, пожалуйста. Не нежно, нифига. Нежно кусает. Как можно нежно кусать? Сейчас мы вряд ли убьем босса. С
все наши подруги будут хорошие. Все, я сказала, не кусаться. Не кусаться. Блин, он такими красными глазами на меня смотрит. У меня босс, ребята. Ай. Ай. Не надо. Нет. Нет. Ай, он надавил меня. Ты умер? Я не ожидал, он прыгнул на меня, да. Дверь. Ну все, я тебя сейчас прикручу. Сосисочный кот. Вот эта туша, смотрите все. Вот эта наглая туша меня кусает. Консервовал бы его. Я сейчас из него колбасу сделаю. Смотри, пусть все видят эту наглую рожу. Чего ты меня кусаешь? Ты меня кусаешь. Что это было? Кратос, привет. Не кусаться. Понял? Ни хрена он не понял, короче. Кот у меня вообще опасный. Он вообще, у него просто характер такой очень ярко выраженный. Он или очень больно кусается, охотится на меня, вообще мучит меня по-страшному, или очень-очень ласковый. Его невозможно не любить, но вот когда он так себя ведет, я его выпущу. Все, вали отсюда. Ой. Все? Давай я с вами? Давай сосредоточься, как в прошлый раз. Максимальное сосредоточение. Ты сосредоточен сейчас, да? Я вижу. Да, я медитирую. Я прокручиваю в голове моменты событий. Каждый свой шаг. Ну вот не надо, воспитанный у меня котик. Просто капризный. Не видит тебя уже как. Просто капризная кошка. Я привыкла уже. Ладно, я возьму таблетку, если что. Все, давайте, да, сосредоточимся действительно именно на битве. Ой, бабка вовремя. Вот видишь, он как на тебя сейчас напал. И ну, когда я играла, такая же фигня была. То есть он сразу, первый прыжок сразу на меня и надел. Надо его нажимать, как в прошлый раз, но его зажали и просто забили. Да ну нафиг, слушай, я не знаю, все. Все как-то сложнее, Вова. Давайте, ребята. Блин, я умерла. Я в свой мир возвращаюсь. Пока в сон охотника вернись, возьми жизнь себе. Угу. Кстати, меня сейчас, наверное, было очень плохо слышно. У меня... Не, нормально. Наушник вообще валялся просто. С микрофоном. Так было странно. Да? Странно. Или тебя вообще не слышал в какое-то время. Я сейчас сдохну. У тебя Людвиг на плюс 10. Что такое Людвиг? Меч Людвига, что ли? Идите качаться, говорит Квака. Ну да, тоже вариант. Я один остался, я постараюсь его посмотреть, что получится из этого. С вами левый кто-то был. Нет, к нам просто присоединился кто-то левый. Соперник. Коперник. О, я сейчас сделаю вот что. У меня, короче... Вы играете еще? Да, все, сейчас он меня убил. А.
Надо так, он только-только задел, ударил, сразу надо отходить лечиться. Меня... Я хочу видеть, как он будет... ...третьего босса мочить. Ну, мы его будем мочить, но не факт, что сегодня. Как-то... Как-то не очень получается пока, ну, это фигня. Ой, использовать несколько можно. Так. Я хочу сейчас прокачаться. Силу себе прокачаю. Ты урона наносишь 37. Ты не для этого мира. Так мало? Серьезно? Подожди, я же убила босса у себя уже этого. Может, он про мой мир, про моего босса. Не знаю. Вот. Смотри, сколько ты отнимаешь. Если так мало, то это не вариант. У меня тут просто этих густой крови накопилось целую кучу. Сейчас я все их хочу использовать. Я тут фотки делаю, соленые. А вы уже вместе? Да. Так. Ого, 12 штук. Нифига. Офигеть, у меня такие штуки есть, которые 20 тысяч дают. И у меня их 12 штук. А, я их, походу, все сразу использовала. Не, значит, нифига, они все в вместе. В мире волосы наносишь 7 урона. Ты посмотри. Ну ладно, посмотрю сейчас. Сейчас я прокачаюсь. А почему я так мало наношу урона? И Алена тоже видимо, быстро умирает. Потому что у меня новая игра плюс 3 или 4. А, точно, может быть из-за этого. Офигеть, ну, а у меня же... реально так, то продолжай тогда уже играть сама. Иди посмотри DLC, там дальше что происходит. Я без тебя буду сам пробовать с кем-то, я постараюсь его замочить. Mm-hmm. Чтобы потом с тобой продолжить в твоем мире. А то мы просто не замочим, мы сейчас время потратим впустую. Так. Подожди, а ты точно не можешь со мной дальше играть? Ну, я не пробовал. Ну, вроде как нет. Мне то ли Наташа, то ли кто говорил, что я не могу. Ну, можем попробовать. Так подожди, а если сейчас ты, посмотрим. Например... Да, если ты, например, появишься вот у второго фонаря, и мы с тобой пробежим мимо третьего фонаря и дальше. Ну, ты играй дальше. Если внезапно можно будет позвонить колокол, попробуй подключиться. Хорошо. Говори с головой, говорит. Да поговорю, поговорю, когда я буду уже на своем играть, поговорю с головой. Так, все, я вижу, что с нами. Угу. Сейчас посмотрим. Я... Прикольно сидим. Подойди тоже как-то присядь, какую-то позу сделай, я сфоткаю. Вау. Подложу в нашем сообществе. Перестройся как-нибудь там. Так, сейчас я посмотрю, какие у меня позы есть. Так, так, так. Ну, чтобы зависнуть на какой-то позе, у меня тоже или такая же, или такая. Пускай так будет. Или это далеко? Же. Поближе? Да, ну, желательно. Чем да, ближе, тем лучше. Да, я поближе попробую. Не хватает, правда, четвертого человека, кроме, пожалуйста, с другой стороны. Подожди, дай секунду, я сяду. Так, равномерно.
Ты платину взял почти где? В МГСе? Оль, он такая клевая шапка вообще, с рогами. Видно, оленину смочила. Алена рога Вове наставила. Платину еще в апреле получил, но тут есть новые трофеи. Так, а в принципе, получается, ты же, ну, для тебя же этот босс сложнее не становится или становится? То есть, если мы играем, то он для тебя тоже сложнее, да? Ну, как ты мне думаешь? Да, это я тебе говорю. Просто, ну, мы же хоть как-то тебе все равно помогаем, особенно Алена. Ну, вообще да, конечно. Это, ну вот сейчас удар был 228 вроде. Да, нормально, значит. Я не знаю, мой это удар был, вот 149. А он показывает только твои. А ну вот. То есть чем больше я бью, тем больше урон. Блин, Алена умерла опять. Мы вдвоем точно ничего не делаем. Давай попытаемся хотя бы. Тем более, что убивает же он меня не с первого удара, а с двух. Так что, в принципе. Но если будем пытаться, мы завалим рано или поздно. Ну да. Мы помним, что мы вдвоем, когда сегодня у меня начинали, мы тоже вот так же совсем чуть-чуть снимали у него. Просто капелюшку. А потом как пошло-пошло-поехало. Да, так что. Давай, лечись. Я попробую отвлечь его. Давай, 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 давай. А, не отпускает меня просто. Ах. Я лечусь и к тебе. Так, он меня... Отбегай. Я не могу, я застряла. Убегаю я, пытаюсь. Сейчас я не кидят меня в морг. Ну ничего, трудно, конечно, но можно, почему нет. Работает. Вау. Если вовремя отключиться, то все получается. Ну да. Особенно Алена, которая умирает всегда. Ален, ну ничего страшного, ты просто, не знаю, может, расслабилась действительно. Ты все силы убила на то, чтобы мне помочь босса убить. Ну видишь, надо, короче, открыть второй дыхание, надо Вове тоже помочь. Потому что ему, видишь, придется искать других каких-то вообще помощников тогда. Зачем ему другие? У него есть мы. Блин, как все ужасно. А, Нет. Все, я не могу больше бить его. Получается, все, будем так. Если, может быть, система какая-то, если одного босса постоянно надо мочить, он становится немножко легче, потому что то же самое получается. Когда мы тебя били, отнималось по чуть-чуть, понемножку. И потом как-то стало легче, он стал то ли чуть-чуть, то ли бежал по спине. Ну, кстати, да, может быть здесь такая система. Кстати, вот не в тему, конечно, пример приведу. Ну, вот, например, игра одна была Fighting Injustice. Дурацкий файтинг, но там такая фигня была. Ты, типа, тебя пару раз, если убили, то становится играть намного легче, и ты начинаешь убивать. Но мне это не нравилось, потому что я хотела, ну, сама как-то совершенствоваться. Получается, ты так же тупо убьешь и убиваешь, короче, врага. Вот, но в некоторых играх такое есть. Здесь, может быть, просто чуть-чуть полегче становится. Ну, потому что мы смотрим, мы видим, как оно было у тебя и как оно у нас. То же самое получается. Возможно, если бы он легче не становился, мы бы у тебя его так же хрен убили. Так же привет, привет, отнимали, привет. Там, до хроформы доходили и погибли. Угу. Ну вот, я думаю, сейчас мы уже должны до второй фазы дойти. Попробовать. Ну, еще раз 10 раз 10 будет побить, а чем Давай, давай, чувак, пока, удачи тебе тоже. А ты, Вова, как в МГС уже не играешь? Ты прошел его, да? Я прошел и разочаровался. Концовка меня просто убила.
Я больше в него не играю. У меня там буквально концовка осталась. Я хочу уже тоже добить его. Ну, как-нибудь, может, сегодня вечером. Окончательно. И тоже забыть, как страшный сон. Ну, некоторым очень нравится, но мне как-то... Как-то мне не очень этот МГС. Она вот нравится, да, вот, я понял, новичкам, которые раньше не были знакомы с серией. А те, кто знаком с серией, она все разочаровала, в том числе и меня. Конец вообще заставляет просто начать ненавидеть, начать еще больше. Ты в процессе игры начинаешь разочаровываться. В концовке смотришь и такой, да ну нахер, просто говно. Давай, респект, возвращайся. Ждем тебя. Не, ну когда ты вот играешь, да, в МГС, вот в последний, вроде как играешь, вроде все получается, тебе там нравится, а потом, когда выключаешь, как-то возвращаться уже не очень хочет. Да. Да, Алену ждем. Минимак он засасывал. Вот если Ведьмак, когда выключаешь, он тебя тянет, заманивает. Ну вот бабка бежит. Ты хочешь вернуться снова. А МГС не такой. Ты заканчиваешь играть, и такой, да, иди дальше. Кстати, у меня такое ощущение, что у меня здесь наоборот уровень такой же, как у меня и там был. Ну, то есть уровень врагов. Бабку я точно так же могу, ну, снимать ей. Хотя это игра плюс 4. Или пятая у тебя уже даже. Какая у тебя? Третья или четвертая? Третья. Я не уверен. Третья или четвертая? Это просто плохо. Ай, надо было такое поймать. Держитесь! Ну вы даете! У меня самой жизни нет. У меня есть, это у Алены не было. Максимальное превращение. Вау! Сколько он же снимает, а? Ладно, я пока не могу читать чат, ребят. Сами понимаете. О, неужели он начал это делать? Странно, да? Он вначале этого вообще не делает, не плюется. Ну, видимо, потому что новая игра плюс. Не, я имею в виду. Нет, он не. А, с каждым разом? Все, понятно. Да, в каждом разом выбирать не тактику. Те же приемы делают разные время. Все, не могу его бить. Не вошла опять. Блин. Как играем МГС, супер, очень качественно. Да. Именно. Таран. Не ожидал. Петь, привет! Хотя не пойду в доту, лучше вас посмотрю. Это боль, наше страдание. Ой, почему у меня здесь уже все эти кувшины сломаны? Странно. Я не знаю. Я ничего не ломала. Чтобы я уже, знаешь, у меня нервные, я начинаю их ломать, тут бегать, а сейчас они уже сломаны, я теперь даже не знаю, что мне делать. Жизни мало, кстати. 12 пузырьков. Почему игнорируешь мой совет про Людвига плюс 10 и т.д.? Потому что я не понимаю, что значит Людвиг плюс 10. Что вот это значит? Меч Людвига прокачать на плюс 10. Можно же прокачивать оружие. Так написал бы по-человечески. Мне надо, ну, объяснять, как блондинки, да? Я играла в эту игру очень давно. У меня есть какие-то мечи, у меня есть какие-то костюмы, да? То есть, если ты хочешь подсказать, напиши. Тебе надо прокачать меч Людвига там 10 раз еще. Вот, например. Я тогда пойму, что значит... Пишет меч Людвигу плюс 10, почему ты игноришь мой совет? Потому что я не понимаю твой совет. И это нормально, я давно не играла. А у тебя свое оружие прокачано на плюс 10, топорик? Вот это оружие? Ага. Оно максимально, по-моему, у меня прокачано. У меня за это даже достижение есть. А, тебе для платины же нужно это пройти графу. Да. Я тебе могу помочь тоже, как кооператив побегать там, побить мобов. Я не против.
Можем сегодня этим заняться, кстати, вместе поделить, а завтра уже продолжим делать. Ну, как вариант, может, вечером я еще включу и побегаем. Ну, не знаю, со стримом или без, не факт. Все, идем. Алену я не вижу просто. Да, она уже впереди. А, все, она бабку там уже убила. Ты все равно, что сникерс 120. Что 120? Какой сникерс? Да не, ну, может быть, этот совет и нормальный, но просто говорю, ну, мне нужно как блондинке говорить. Я в этой игре вот сейчас просто топором махаю и ничего не понимаю. Да? Да. Как я прошла Bloodborne, я не знаю. Вова, держись! Да, носись. Ты думаешь, мы не видим? Самое обидное, это умереть первым. И, кстати, Алена уже несколько раз подряд умирает первым. Есть такое дело. И я за ней. И я за ней просто. Ребят, ну я держусь, как бы, но просто он мне не дает. Я бы с удовольствием попробовала убить этого босса. Но я вылетаю в очередной раз. Блин. Ну просто подводим. Вот оно что. Так, я звоню опять. Так, говорит, все понимали. Да это понятно. Короче, что ты имеешь в виду? Прокачать меч Людвига? Смотри, у меня 2000 в кармане. Я меч Людвига очень долго еще не смогу прокачать. Люсь, не проходи ходячих мертвецов. Я не хочу, чтобы ты плакала. Я сегодня рыдал, как последний эпизод проходил. Боже, да. Ты меня пугаешь. Я, короче, прошла первый... А, подожди. Ходячих мертвецов. Там разные концовки. Подождите. Я что-то туплю. Я, короче, давно играла в ходячих мертвецов. Прошла, по-моему, первую всю. Есть же еще ходячие мертвецы вторая часть, или мне кажется? Да, 2 сезона. Первая, вторая часть. Вот, первый сезон-то я целиком прошла. Я знаю, что там в конце. Я тоже рыдала. Вот. Вторую часть в плюсе дали, но он английский, к сожалению. Да, первую-то я прошла уже. Давно, еще в прошлом году. У меня даже это как-то связано с Новым годом немножко, что у меня... Ну, я, по-моему, перед Новым годом ее проходила. Или даже в новогодние праздники. Какие-то, знаешь, ассоциации бывают. С некоторыми играми. У меня то же самое. Это на Новый год ассоциируется с Дэнди. Потому что мы в 90-е играли в Дэнди. Снег, елка, накрытый стол. И я играл в Дэнди. Даже некоторые игры, как Double Dragon, если знаешь такую игру, напрямую ассоциируются с Новым годом. Так, доктор Респект, чтобы ты не выбрал концовку, там все равно грустно будет. Кстати, игра вообще классная, вот эта вот ходячая. Она мне даже как-то больше сериала в какой-то момент нравилась. То есть сериал уже слился, а потом вот эта игра вышла, и она мне так понравилась вообще. Хорошая игра. Но второй сезон, по-моему, похуже чуть-чуть. Хотя многим он тоже нравится. Я не играла в него, да, потому что он на английском. Вау, как меня быстро он убил! Да, не спойлируй. Вряд ли вам, если я продержусь. Мне пишут, вы погибли, это про меня? Да, Петь, да. Нас трое, Вова и Алена. Это Алена, да. Она самая. Ай, блядь, он давит. Я пытаюсь вылечиться, а он просто давит. Убили? Да. Так, сейчас мы я схожу. Создам, короче, нового персонажа, чтобы не было новой игры плюс, чтобы было полегче. Ну, не знаю, нам же придется до сюда доходить все равно. Наверное. Если даже ты создашь нового персонажа. Ну, это не вариант, мне кажется, нам замочить слишком сложно. И жизни меньше. Гораздо меньше. Ну, как, если ты создашь нового персонажа? Нам придется тогда до этого босса дойти, правильно? Ну, в принципе, не так уж и далеко до него идти.
Можно попробовать. Алена не в тусовке, не знаю. А, еще ведь надо вообще, чтобы это DLC началось. Да, Амелию еще надо убить. Ну, как хочешь, можем попробовать, так. Да не, наверное, самый лучший вариант все-таки. Я сам потом пройду. Пойдем, может быть, тебе... Или ты сама поиграй в DLC, выбирай, или иди в подземелье с нами. Слушай, ну может, давайте в подземелье. Почему нет? Давайте попробуем. Сейчас я посмотрю, давай. В каком я там подземелье. То есть вас пригласить в подземелье и пойдем, да, вперед просто? Угу. Ален, с тобой тут Петя здоровается. Так. В подземелье. Ну, давайте посмотрим, что я тут сделала. Значит, в первом подземелье у меня 3 слоя открыто. Ну, вот можно, кстати, в нем доделать 5 слоев. Так, потом у меня в другом 2 слоя. В третьем 3 слоя. Короче, я просто психовала, видимо, и дальше не проходила. Вот в одном есть 4 слоя даже. Надо 5-й пройти. Ну вот, можно вот сюда тогда пойти. Первый ритуальный. Так, сюда идем. И тут, видимо, какой-то босс у меня будет сейчас сразу. Подземелье, это в погребе? Да! Именно. Погоди, ты нужно второй алтарь проходить. Там почему-то пусто. Не поняла. А, тут какое-то другое подключение. Надо как-то подключаться по глифу чаши какой-то. Я не знаю. Это вы мне скажите, я не знаю. Не, подожди, мне... Блин, Алена могла бы объясниться. Я тебе хер объясню. Подожди, может быть, здесь можно и так вас подключить? Так, сейчас я попробую большой фонарь. Ой, большой зовущий колокол. Нет, он у меня сейчас не работает. Так. Ты можешь хотя бы посмотреть там глиф чаши номер? А, тебе нужно выйти в сон охотника и там посмотреть свой номер. У могилы, когда ты нажимаешь на могилу, есть номер, глиф. Там сразу буквы, цифры перемешаны. Угу. Я должен эти цифры ввести как пароль. Да? Да ладно. Да. Боже, как все сложно. Блин, кошка орёт. Ну, намудрили, просто кооператив сумасшедший. Для платья тебе ну, заходишь, нет. Быстро заходи. Быстро заходи, сказала, кот. По дверью. Это могила тебе для платья нужна. Ну, я думала, что каждую из них надо пройти до пятого слоя, нет? Я не знаю. Сейчас, подожди. Или мне нужно просто их всех открыть, не помнишь? Я не помню. Мне тогда Алена объясняла, я ни хера не понимал, как это работает. Блин, Алена, ты нам нужна. От первого до пятого уровня она пишет. Что? Ну, это понятно. По-моему, каждую надо пройти от первого до пятого уровня. Так, это у меня область Птумеру, уровень 3. А, какая подожди. Могила, по счету? Слева третья? Слева вторая. Потом есть слева третья у меня. Уровень 1. Потом есть, короче, четвертая. Уровень 2. Потом есть... Потом следующая закрыта. Черный. Вот смотри. Вот у меня есть четвертый ритуальный алтарь. Он закрыт. Вот. Ритуал чаши могу сделать. Например. Только прежде чем входить, ты мне номер глифа скажи. Блин, я не знаю, что мне делать. Мне нужно пройти каждую могилу до конца или мне надо открыть новую? Открой чаши, какие у тебя есть. Вот это что ли? Пипец, у меня отголосков крови не хватает. У тебя есть в кармане, ты используй. Да я их, по-моему, использовала уже. Но я могу продать, если что, что-нибудь. Кстати, паразит это зачем он нужен? У меня тоже есть паразит. Я удился нашел, не знаю ничего.
Так, мне надо 5000. Ну, сейчас я продам что-нибудь. Люся, тебе нужны чаши разных уровней. Так, продать, продать, продать. Аптечки, что ли, продавать? Блин, я аптечки не хочу продавать. Вот это продам. Вот это продам. Все, вот у меня есть, короче, деньги. Так. Так, не имеет значения, какой алтарь, кроме первого. Окей. Недостаточно материалов для проведения ритуала. Вот. Смотри, у меня, короче, нет ритуальной крови, у меня нет какой-то штуки. Бастард Лорана, две штуки. Тайная мгла у меня нет. Это все купить, что ли, надо? Ой, какой ужас. Какой кошмар. Ставь на пустой алтарь проклятую чашу Кхиметра. Тебе нужно чашу Кхиметра поставить на пустой алтарь. Я не могу, мне не хватает материалов. Ну вот я могу купить. Вверху. За безумие. Так, ну а что я должна здесь купить? Блин, я забыла. Ай, блин. По-моему, здесь. Да, здесь вторая вкладка. Материалы. Там материалы. Так. Что мне там надо было? Запястье мудреца не надо. Орган. Блин, сейчас я еще раз посмотрю, что мне надо было. Блин, как сложно. Я думала, просто надо каждую до пятого уровня пройти. А, мы купить нельзя. Видишь, подземелье там до самого конца, чтобы находить вот эти предметы, чтобы открывать следующий. Ладно, давайте я вас просто приглашу. Что я должна тебе сказать? Нет. Код? Смотри, когда нажимаешь на плиту... Да. Есть где код, глиф чаши. Внизу есть глиф чаши. Да, скажи или подожди. Я не слышу тебя. Еще раз. Просто я на стриме увижу. Да, код. Я открыла, я открыла. Это V3CWRT. Угу. NT. Правильно? Угу. Сейчас так, входи, и я буду искать тебя по этому коду. Подожди, Алена говорит, бастард купи. Бастард. Сейчас куплю. Бастард, купи две штуки. Ну окей. Ален, как скажешь. Все, что скажешь. Ален, ты нам поможешь только. Ты сейчас присоединись к нам тоже. Перепиши пароль. Если ты будешь с нами. Бастард, две штуки. Так. Так. Купила. Купи бастард. Купила, ребят. Вова код написал. Все, я тогда захожу, и вы как-то должны ко мне, да, присоединиться. А мне надо в колокол звонить. Блин. Тебе надо сказать, какая чаша? Ладно, сейчас я выйду, еще раз выйду. По-моему, четвертая. Слева, если считать. Раз, два, три, четыре. Длинный такой, да? Длинная. Где у тебя в чаше... Подожди, Алена пишет, где у тебя в чаше 4 слоя открыты, иди туда. Все, поняла, сейчас я выйду отсюда, блин. Видите, просто чат запаздывает. Такой тупизм вообще. Другой глиф получается. Другой глиф, да, будет, блин. Ладно. У тебя в чаше 4 слоя открыты, иди туда. Иди туда на второй слой. Окей. Алена, давай к нам в тусовку. Да, она могла бы объяснить. Так, иди туда, почему на второй слой именно? Ну вот, Вова, другой код. Другой где код. Надо... Я еще не вижу, залез. Давай, давай. Спасибо, Петь, большое. Какая это? Раз, два, вторая. Это Силом Икс. Там надо инструмент найти, говорит. XKRJ ID 34. Мне надо на второй слой или на второй слой сердца?
Дима, радиатор, привет. Нет, мы не забили на DLC. Мы прошли даже первого босса. Просто надо, чтобы Вова прошел дальше. Все, я иду на второй слой. Так, а как мне сделать так, чтобы ты ко мне присоединился-то? Позвонить в колокол? Вот я... Да, позвони. Ты уже внутри там? Я захожу. Я захожу сейчас. Old Hunters, да, будем дальше проходить. Надо Вову, чтобы дальше маленький. Зачем в маленький? Или в большой? Большой. Большой вроде ты. Угу. Я просто не могла позвонить в колокол, когда я была... Когда я только что заходила. Ну вот, у меня колокол не горит. Ладно, сейчас посмотрим. Иди вперед, пока не загорит. Ну как же я могла тут не найти-то, интересно. Какой-то предмет, говорит Алена, я не нашла. Кстати, вот еще один там фонарь. Там сундуки всякие секретные. Ну да, знаю, я вроде все открывала. Здесь даже врагов у меня нет, прикинь. Вниз спускайся по лестнице в дыре, говорит. Окей. Да, я пока не могу тебя вызвать. Прыгай в дырку, я поняла. Петя, в дырку. Он кого-то на подмогу, походу, позвал. Все, не могу, говорит, финального босса убить. 2 дня на него убил уже. Финального босса в DLC или финального босса вообще? Наверное, в DLC. А, Дима Радиатор, да, это, наверное, в DLC. Боже, что за крыса? Офигеть, да, это крыса. Давно я в этих подземельях просто не была, уже не помню, кто я здесь. Не можешь в колокол звонить, потому что подземелье просрочено. Ё! Меня жрут! Что делать? Какая-то слизкость. Просто сверху на меня напал. Блин, а как же мне вас позвать, Алена? Что же мне делать? Вы мне нужны слова очень сильно. Смотри, как бяка тут творится. И открыть его надо. Кого? Открыть его надо. А что мне здесь внизу-то надо делать? Вот я спустилась, крысы, я помню, я здесь бегала. Неужели я здесь что-то не взяла? Как такое может быть? Сделать открытый доступ? Вот. У меня разве закрытый доступ? Да, там перекинь, отправляешь в подземелье, чтобы видеть вот... Блин, какой ужас. Бред. Не, я без Алены ничего не смогу. Меня убили. Блин, я не смогу ничего сделать. Она не пишет, и получается, что это слишком поздно, эти сообщения приходят. Фу, какие крысы противные, с какими-то пузырями зелеными. Фу-фу-фу. Пойдем продолжим бить босса. Ну, можно, да. Блин, так что же делать-то, а? Я не знаю, неужели я не могу другие подземелья, там, например, до конца пройти и что-то новое открыть? Сделать открытый доступ к подземелью. Надо подойти к подземелью первому и там искать. Да, просрочено подземелье, это прикольно сказано было. Я вот игры вообще ни хера не понимаю. Я просто как блондин. Я тоже вообще. Ну, я не знаю, что делать мне, короче. Что мне надо? Ну, давай. Или они подземелья не хочешь разобраться? Не, нафиг, давай еще босса твоего попробуем. Где кот-убийца? Уснул. Успокоился. Я кусался и уснул.
Слушай, мне надо, короче, в эти подземелья, наверное, будет еще, может быть, самой поиграть, что-то найти, что-то вспомнить, и потом мне будет более понятно. Сейчас я вообще ничего не понимаю. Это проблема. Так. Надо посмотреть, как эти подземелья... Подожди, мне надо как-то сделать открытое подземелье, чтобы вы ко мне могли добавляться? Да. Наверное. Да нет, все. Все, Волк, идем твоего босса бить. Я уже звоню в маленький колокол. Может получится, может завалим. Да, кстати, мы передохнули от него чуть-чуть. А ты, получается, все подземелья вот эти вот прошел до самого конца? Да, но меня Алена уводила. Считай, прям за руку. Поэтому она все за меня делала. А я толком не запоминал, ничего не понимал. Просто ну, блин, Алена. Это ужасно, то, что ты не можешь... то, что ты не можешь присоединиться вообще в тусовку, так сказать. Ну ладно. Ладно, надо своей головой же тоже думать. Попробую, может, сама разобраться, в конце концов. Ну или, не знаю, может, я тебя как-то потом смогу присоединить. Подходишь к подземелью, там открыть в опциях подземки. Спасибо, Дим. Вау, что это? С Новым годом нас поздравляешь? Слышишь, Дима Радиатор, а ты можешь сейчас к нам присоединиться, как вчера, и помочь теперь Вове босса замочить? Дима просто сидит в чате. А у Алены, видишь, интернет вылетел пока. Можем попробовать с Димой как вариант. Давай. Дим, давай тот же самый пароль присоединяйся, теперь только, получается, к Вове в игру. Или ты сейчас не можешь? Просто позвонит по поводу, вот как обычно, как вчера. Угу. Не, ну может быть он вообще там на работе или еще что-нибудь типа того. Их на работе идет в колокол. Андрей, привет. Я пока свои шмотки посмотрю. Кстати, тут опять же вот нету каких-то вещей самых клевых или самых, например, плохих, да? То есть какие-то в чем-то лучше, какие-то в чем-то хуже. Да, одни что-то повышают, другие понижают. Все сложно. Когда вот физически... я понял одно. Надо одеваться просто на свой вкус. Нравится внешность, носи. Ну вот эта шляпа охотника. Например, физическая защита лучше, кровавая защита лучше. А, нет, Дима не может. Ладно. Подключается, если она может. У Алены интернет вылетел. Ну ладно, ждем. Ну она уж зашла вроде. Так. О, кстати, а вот эта вот одежда констебля. Я нашла только перчатки и штаны только, по-моему. Но они, кстати, неплохие. Не, вот эти штаны, которые самые первые вообще в игре находишь, штаны охотника, они самые лучшие почему-то. Ну чё, Ален? А, подожди, она написала, у нее интернет или чё? Привет, привет, Galaxy. Не знаю, может хоть кто-то подключится. Подключайтесь хоть кто-нибудь. Да, чуваки, короче, если у кого-то есть эта игра... Твой, я не то нажал. Можете к нам присоединиться, просто втроем боссу реально легче будет валить. Ну вот, короче, пароль. Сейчас мы пока Алену ждем, но если перед этим, может, можно с кем-то попробовать еще. Вчера были, кстати,
пару человек, которые хотели вместе поиграть, сегодня нет. Вчера даже американец какой-то просился. Или было вчера? А, да-да-да, вчера. О. Я в следующий раз буду в названии стрима писать пароль. Окей. Может, поможет. Через ПК получится. Через ПК подключиться. Нет. Спасибо, что предлагаешь, конечно, но нет. Даже если очень захотеть, не получится. А вот, кстати, знаешь, что можно попробовать? Можно вот этого вызвать. Иди сюда. Вот этого. Вдвоем можно? Ну, да, просто чел сказал, что вы не можете его позвать, потому что вы втроем. Нажимается. О. У тебя? Да. Вот. Вот сейчас кто-то будет. Смотри, получается, когда он берет на себя, говорит, а мы будем бить задницу. Давай. О, я его не вижу. Смотри, появляется. Здорово! Я жил на улице, играли в Генрета. Ой, он меня бьет! Почему он бьет тебя? Какой счет он? Он плохой! А ты враг, я тоже могу тебя бить. Почему ты, Генрета, ты должен нам... Подожди, почему нам чуваки сказали, что типа он поможет нам забить босса? Он помогает мне! Ты считаешь, что враг дропом, что он мне помогает, я же вызвал его. Так подожди! Подожди, я не понимаю. Это бот был или это настоящий какой-то чел? Это бот, который меня охраняет. Бот от двух людей, от всех. Какой ужас! Он врагом и замочил. Просто, нет, с ним не получится, к сожалению. Come back to space, здоровый. Он напарник считает за врагов. Блин, тебе... бред. Ну, да. Вова не стримит, нет. Бэйбу Лол, ты не сможешь к нам присоединиться, это игра эксклюзив для PS4. И она есть только на PS4. Это что, для него такое откровение, типа Dark Souls же был на ПК. Вообще, это Bloodborne. Да, я открою тебе страшную тайну. Bloodborne эксклюзив, и естественно с ПК ты не можешь подключиться, даже если очень захочешь. У тебя, во-первых, нет этой игры. Короче, все сложно. Сейчас я с твоим напарником постараюсь посмотреть, что вообще выходит. А, давай. Скажи, тебе получилось или нет. Может, с ним реально сейчас первого раза, как и все остальные, замочи. Слушай, ну он реально на него на себя неплохо. И шансов с ним больше. А, то есть вы уже с ним босса бьете? Ну. Да, он считает за меня его херачить, я так в сторонке стою, он на него агрится, и он его убьет. После. Нормально. Но ты там пока побился. Да, побеги, да, там, я посмотри, пока побегу. Может, у тебя действительно... Вау! Ну, нифига, враги старые на меня сейчас напал. Ой. Блин, я же в маленький колокольчик-то позвонил, я, может, сейчас случайно к тебе присоединюсь. А ты можешь отменить, если стрельнешь пистолет. Поздно, я присоединяюсь куда-то. А, я у тебя в мире. Теперь вы в мире призывателя нечистокровного за турк. Турк? Слышь, я в мире. Меня турк какой-то призвал. Откуда у него пароль такой же? Он призвал меня в свой мир. Он хочет, чтобы я с ним тоже босса замочила. Я не поняла вообще. Странно. Ну, чувак, мы идем босса мочить или где? Пойдем. Если по-бырому портанешь Bloodborne на ПК, то может быть. Какого фига тебе? А, слышь, он враг мой. Да пошел ты в жопу. Я хочу босса. Прикинь, он меня призвал, и он меня бьет. Подожди. А меня босс убил. А, тебя босс убил. Да, я не могу пойти босса мочить. Ну чё ты, блин, придурочный такой? Пускай тебя бабка схватит. Ха-ха! Его бабка схватила.
пошел ты нахрен. Кот пока не мешает мне. Надо же призвать меня было и начать меня бить. Ну что за люди больные? Просто ищет врагов себе. Врагов наживает. Скучный человек. Ну странно, я же к тебе присоединяюсь, когда я же не в виде врага, а якобы в виде друга, ты меня не можешь бить. Черт его знает. Я вообще ничего не понимаю. Игра просто загадка, которую всю жизнь можно разгадывать, по-моему. Да, то же самое. Игра, я ни хера не понимаю. Ну чё, я звоню. Пойду к тебе тогда. Ну ты пока иди по DLC, побегай, посмотри, что там да как. Окей. И то интересно, я хоть на твоем стриме посмотри, что там происходит. Блин, я первое, что делаю, это звоню в маленький колокольчик. Сейчас меня опять может кто-то призывать. Ну ладно, я могу отменить. Стреляю этот планк молчания. А я побегаю, постараюсь его убить. Если убью, я тебя сразу подключу. У меня вопрос, почему у меня 4 озарения всего осталось? А ты покупала, видимо, ингредиенты там для подземелья или что? Они так мало стоили. Я не знаю, странно. Не, они там по 3, кажется, по 2, по 3. Ты пару ингредиентов только купила. Бред. Там будет NPC, с которым поговорить вроде не бить. Диггер говорит. Ну вот, что говорит. Сейчас я хочу... Блин. Ну вот этот меня хочет убить. Да задолбал ты. Слушай, ой, да что ж они такие сильные-то? Ужас. Привет, в Индии жарко. Привет, Кас. Прикольно тебе, у нас тут вообще холодно. Ну, у нас тоже жарко. Слушай, Вов, давай, короче, сейчас сделаем перерыв. Я не знаю, ты будешь попробовать там этого босса завалить, не? Да, может, конечно, с кем-нибудь. Да. Я тогда пока поем, может быть, тогда попозже еще законнектимся уже там. Или у меня, или может я что-то с подземельями пойму. Если, может, пока есть, буду тоже разберусь, как там в подземельях коннект. Хорошо, ну что, зови, приглашай тогда. Давай, я просто.